Знаете, найти сегодня такую уникальную стильную вещь в магазине Москвы, это надо побегать. Вы только смотрите, какая красота. Я просто поражаюсь дизайнерскому ходу. Бренд Олмис, Ирина Московцева. Дорогая наша союзница, 15 лет живет и трудится в Италии на благо наших российских женщин. Вещи Ирины Московцевой всегда видны. И вот эта вещь настолько радует многих женщин. Уникальная симметрия. Я постройнела, ведь у меня широкие бедра. Я раньше ломала голову, но как найти такую вещь, которая скроет все мои недостатки? А сейчас я вижу, что каждая женщина может решить сегодня для себя проблемы. Никаких проблем, мы выбираем правильные вещи. Правильные вещи под названием юбка Сибилла. Кстати, Светочка, расскажу, как мы сейчас ходили с тобой в столовую. Света делала вот так, да, зашла, и там мужчина начал кашлять. Я уверена, что он поперхнулся, потому что он увидел такую красоту, боже мой. У нас 3 цвета на выбор, и я могу сказать, что красный цвет сегодня действительно фаворит. Вы уже заказали для себя комплект Лаис черного цвета. Отлично, подберите для него яркую композицию. Мне очень нравится, что Ирина Московцева позволяет нашим женщинам быть разными. А вот и любимый сапфировый цвет нашей модели Тани. Очень Итак, красивый. У нас получается 3 цвета на выбор. Есть черный, есть темно-синий, есть красный. Я за красный. 1999 рублей. Это меньше 2000 рублей за стильную дизайнерскую юбку. 1200 – это ваша экономия. Давайте посмотрим сейчас на подиум, девчонки, насколько вы хороши. Ведь казалось бы, ох, вот эта красота. Мне так нравится, что за счет легкой, струящейся, вискозной сетчатой ткани, она как шелк, но она настолько прочная, вы можете быть неотразимы каждый день. Такая юбка, Оленька, хороша не только на празднике, но и на работе. Юбка состоит из 2 частей. Это накидушка пелерина и юбка из трикотажной вискозы с кружевом, юбка-карандаш. Ваши формы спрятаны внутри. Длинные стройные ноги вам гарантированы. Ну а если вы выбираете в свой гардероб все необычное, все, знаете, привлекающее внимание, я думаю, эта юбка точно должна быть в вашем гардеробе. Так, размеры. Давайте сейчас быстренько с ними определимся, так, чтобы ничего не пережимало, чтобы мы чувствовали себя комфортно от 44 до 64. Как выбрать? Я знаю, на что ты намекаешь. На зону талии. Я очень часто сталкиваюсь с такой проблемой. Вот мне нравится вещь, а она на меня не садится, потому что в талии не застегивается. Как быть? Сегодня бренд Олмис предлагает вам отличную находку. Эластичный пояс. Вы знаете, как мне комфортно. Я юбки на себе не чувствую. И при этом могу сказать, что при помощи эластичного пояса мы можем регулировать посадку повыше, пониже. И я могу вам поделиться ощущениями. Вот когда вы надеваете вещь, которая не сковывает ваше движение, нигде не пережимает и в то же время моделирует фигуру, эта вещь наша. Тебе понравилось? Конечно, я тоже хочу черный. Отличный вариант. Ну, когда я приложу... Слушай, ты знаешь, вот я уверена, такой юбки ни у кого нет. Это вот, знаешь, здорово, когда находка. Ты понимаешь, что только у тебя такая юбка, как будто бы тебе дизайнер ее лично сшил. И если вы любите все необычное, дизайнерское, знайте, что юбка, она сшита только для телеканала Шоу. Шоу. И только сегодня в прямом эфире вы экономите 1200 рублей. Слушай, Свет, ну давай еще поговорим с тобой о комфорте ткани. А, здесь у нас 2 ткани. Как они называются? А? Давайте еще раз посмотрим на ткань. Я с удовольствием вам покажу. Вы знаете, что бренд Олмис использует здесь очень сложную технику лазерной обработки, когда сетчатое вискозное полотно мы тянем, но оно не рвется. Преимущество этого полотна в наличии тонкой лайкры, микрофибры, которые добавляют всего нижнее белье, легкое, напоминающее шифон, невероятно мягкая и нежная ткань. Все-таки, как ни говори, тактильные ощущения для женщины очень важны. Дальше мы смотрим с вами нижнюю юбку. Это настоящий шедевр. Плотная, но мягкая вискоза, еще и с кружевом, будет слегка просвечивать. Вы только посмотрите, как тянется эта ткань. Невероятно эластичная. Женщины с богатыми формами, ведь вы об этом мечтали. Итак, это у нас получается сетчатое полотно, трикотажное, вискоза и кружево. Ну, слушай, как за всем этим делом ухаживать? Потому что мы знаем, как
например, ухаживать за хлопком, да? А, как стирать правильно, как гладить. А как будем ухаживать за этой юбкой? Мне очень нравится, я сейчас тебе покажу. Смотрите, я сейчас кручу юбку. Очень часто мы проверяем ткани на прочность, натягивая их и скручивая. Смотрите, мы проводим эксперимент специально для вас, потому что у вас нет возможности прикоснуться к этой ткани. Во-первых, мягкость ткани, ее струящийся эффект мы видим. А сейчас смотрите, юбка не потеряла своей формы. Это очень важно, когда мы выбираем вещь, чтобы она служила нам долго. Вот ты готова каждый год, например, покупать себе юбку? Нет. Не каждая женщина может. Ну, во-первых, у нас еще и не резиновые гардеробы, понимаешь? Вот. А я могу сказать, что такая юбка будет хороша летом, осенью, весной и зимой. Да, шикарная юбка, я в нее уже влюбилась, но я выбираю красный. А какой вы выбираете цвет? Смотрите, у нас есть темно-синий, черный и красный цвет. Звонки абсолютно бесплатные. Делайте первые покупки на телеканале Shop & Show и заказывайте юбку вашей мечты. Знаете, вот многие хотят такое изделие, которое, вот знаете, как у звезды, вот в единственном экземпляре. Я считаю, что вы не прогадаете, если эту юбку закажете. Знаешь, что мне нравится? Здесь что? Длина. Вот я девушка высокая, у Танюши средний рост, у Олечки 1,74 м, у меня почти 1,80 м. Посмотрите, на каждый из нас идеально подобрана длина. И здесь бренд Олмис очень постарался. Я обожаю конструкторское бюро под руководством Ирины Московцевой, выпускница школы Вячеслава Зайцева. Сегодня эта гениальная женщина работает для нас. Невероятно узкие бедра, все скрыто внутри, при этом нигде ничего не пережимает, и мы наслаждаемся своей красотой. Здесь даже не нужны никакие шлицы и разрезы, потому что юбка невероятно эластичная и хорошо тянется. То есть, как Людмила Гурченко, не нужно все время стоять целый день, да, пока домой не придешь? Конечно, нет. Я обожаю трикотажное вискозное полотно за его удобство, за его мягкость. Представьте, лето, весна. Вы выходите в такой легкой юбке на работу, босоножки, легкие туфельки, ботильоны. Идеально все подойдет. Ну и, конечно же, мне очень нравится этот эффект дополнения, когда в такой юбке, в любой шифоновой блузе или в нашем комплекте Лаис вы можете отправиться 8 марта на торжество. Ну вот, Свет, согласись со мной, все-таки мы меняемся в зависимости от подбора одежды. Конечно. Когда надеваем джинсы, когда надеваем брюки, у нас и походка такая мужеподобная, правда? Сумки вперед! Ну, а когда надеваем такие воздушные юбки, мы все чувствуем себя желанной женщиной. Самый-самый-самый. Друзья, почувствуйте себя желанной. Юбка, которая сегодня называется Сибилла, сегодня представлена по цене 1999 рублей. Меня очень радует, что если раньше дамы с богатыми формами отказывали себе в таких стильных решениях, благодаря бренду Олмис, богатой, широкой размерной линейкой с комфортными тканями и, конечно же, с эластичной лентой, каждая из вас будет особенной. Вот согласитесь, ведь не у каждой женщины в гардеробе вы найдете такой шедевр. Эксклюзивность, высокое качество материалов и пошива – это все отличает бренд Олмис.